Всем привет, с вами Кира Ярмыш, и я расскажу вам о самых важных новостях к этому часу. Против Алексея Навального возбудили очередное уголовное дело, будто он из тюрьмы призывает к терроризму и угрожает Гитлеру. Звучит безумно? Так оно и есть. В Минобороны проболтались про использование иранских дронов, а студентов Кузбасса отправляют на шахты, потому что всех шахтеров увезли на войну. Против Алексея Навального возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз его обвинили в том, что Алексей якобы призывал к терроризму и экстремизму, сидя в тюрьме. Будто он прямо из карцера руководит преступной группой, которая оправдывает нацизм на этом самом канале, который вы сейчас смотрите – «Популярная политика». Это само по себе звучит как абсолютное безумие. Алексей в тюрьме уже почти 2 года. Канал «Популярная политика» был создан в этом году. Так что обвинение звучит максимально абсурдно. Но Алексей-то все это время и вовсе находится в изоляции. А теперь даже без нормальной связи с адвокатами. Откуда он призывает к терроризму? Из карцера? Следователи формулируют это так. Леонид Волков в эфире сказал, что полковник Штауфенберг правильно делал, когда пытался убить Гитлера. По мнению СК, это преступление. Гитлер же был законной властью, убивать его значит экстремизм. А виноват в этом Навальный, потому что он лидер экстремистского сообщества, а Волков в него входит. В совокупности за все нынешние уголовные дела Алексею грозит 30 лет тюрьмы. И это, конечно, феноменально. Путин уже держит его за решеткой, но все равно придумывает новые и новые уголовные дела, только бы Алексей не вышел. Но Алексей выйдет, конечно, не через 30 лет, а гораздо раньше. И мы сделаем все, чтобы это случилось как можно скорее. Новому командиру российской армии Сергею Суровикину и его родственникам принадлежат роскошные квартиры и коттеджи стоимостью около 125 миллионов рублей. Хотя формально там можем жить и мы с вами, ведь все имущество записано на Российскую Федерацию. Об этом рассказало издание «Верстка». В декларации генерала написано, что у него нет совсем никакой недвижимости. Видимо, только шинель и сапоги. Однако из баз данных недвижимости, доставок и больниц журналисты выяснили, что его жене Анне принадлежат 3 участка, 3 квартиры в Москве, особняк площадью почти 700 квадратных метров и роскошный таунхаус в поселке премиум-класса Дубровка в Новой Москве. Стоит такой примерно 50 миллионов рублей. А вот, кстати, дочь Суровикина опубликовала фото у местного пруда в этом жилом комплексе. Военное положение в России и на оккупированных территориях Украины пропагандисты будут сравнивать с пандемией ковида. Как рассказала «Медуза», такие рекомендации уже разослали в прокремлевские СМИ из администрации президента. В методичках, которые они получили, написано, что главное – успокоить людей, убедить, что в их жизни ничего не изменится. Там, где военное положение ввели официально, это аннексированные регионы Украины, оно по факту уже действовало. А во всех остальных регионах никаких серьезных ограничений не планируют, и все меры направят на защиту критически важной инфраструктуры. Главной мыслью пропагандиста должно стать, что новый режим развяжет руки местным властям, которые смогут без лишней бюрократии вводить необходимые меры. Прямо как во время пандемии. Вот только борьбу с коронавирусом Россия провалила. От него уже умерли больше 1 миллиона россиян и до сих пор продолжают умирать. И все это происходило под пропагандистскую мантру, что ничего страшного не случилось. А сейчас я хочу сказать спасибо всем, кто уже подписался на Patreon «Вечерних новостей». И прошу присоединиться тех, кто хочет поддержать нашу команду. Сделать это можно с помощью QR-кода на экране или по ссылкам в описании ролика. Нам очень важна ваша помощь. Сейчас я покажу вам кадры, от которых становится очень неловко. Пропагандисты распространили видео с Путиным из пункта обучения мобилизованных. Тут хочется посетовать, что столько снайперов было на стрельбище, но ни один не попал в цель. Уверена, этот сюжет Путину подсказал его халуй и главный инстаграм-боец Рамзан Кадыров. А пока Путин кривляется на камеру, в Херсонской области началась эвакуация местных жителей. Их привезли в Анапу, но даже не смогли нормально разместить. Изначально это обещали сделать бесплатно, но, конечно, соврали. Людям приходится самим снимать себе жилье, а гостиницы тут же подняли цены на проживание в 2 раза.
Тем временем Россия продолжает обстреливать Украину, в том числе с использованием иранских дронов «Шахет». Вот только Кремль изо всех сил пытается скрыть этот факт. Послушайте, как эксперт из Минобороны попросил журналистов не называть дроны иранскими. Раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Пропагандист просто не заметил, что эфир начался и микрофоны уже включены. Но на этом безумие не закончилось. После этого он заявил журналистам, что не помнит, что говорил в эфире, потому что у него плохо с мозгом после ковида. Ну, я лично уверена, что в этом виноват не ковид. А в России продолжается мобилизация. И хотя власти и пытаются убедить людей, что им ничего не угрожает, повестки все еще раздают по всей стране. Власти Санкт-Петербурга отчитались, что завершили первый этап мобилизации еще 10 октября, но до сих пор устраивают облавы на мужчин. Сегодня утром у каждого подъезда в ЖК «Купчинские ворота» выставили патрули, и они вручали повестки всем выходящим мужчинам. Военкоматы решили использовать все каналы связи, чтобы согнать людей на войну. Теперь в Каменск-Уральском Свердловской области на дорожном радио крутится рекламное объявление с призывом приходить в военкоматы. Пулеметчик, командир отделения, наводчик орудия, механик, водитель, имеющим в военном билете мобилизационное предписание, не дожидаясь вручения повестки, необходимо прибыть в военный комиссариат города Каменск. Вот только глава города еще 4 октября отчитался о выполнении плана по мобилизации. Но, как мы и говорили, верить ни губернаторам, ни каким-либо другим чиновникам нельзя. В Бурятии родственникам мобилизованных не выдают даже обещанных дров. Это объясняют тем, что не все семьи попадают под условия для выдачи такой щедрой компенсации. Но губернатор Цыденов все же великодушно пообещал пересмотреть эти правила. А на Кузбассе началась своя мобилизация, трудовая. Там студентов мобилизуют на угольные шахты. Оказалось, что на фронт отправили почти всех работников, поэтому губернатор Цивилев, муж племянницы Путина, решил проблему нестандартно. Студентов последних курсов вуза будут отправлять вместо них на шахты. Он надеется, что таким образом производство и стройки будут работать в том же темпе. В очередь за выпускниками уже встали 34 местных предприятия. В Геленджике в школах решили провести антитеррористические учения, но забыли об этом предупредить даже учителей. Вооруженные люди, которые оказались сотрудниками Росгвардии, ворвались в здание, взяли заложников и даже стреляли в потолок. Местные чиновники заявили, что проблемы в этом не видят. Похоже, власти решили готовить граждан самого раннего возраста к современным российским реалиям. Сегодня премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она возглавляла правительство всего 45 дней и таким образом установила абсолютный антирекорд по продолжительности пребывания на посту. Трасс ушла в отставку на фоне резкого падения ее рейтинга. По некоторым опросам, ее деятельность поддерживали лишь 10% британцев. Это, скорее всего, произошло из-за ее непопулярных экономических реформ. Теперь же либо пройдут выборы главы консервативной партии, либо же могут объявить и внеочередные парламентские выборы. На этом настаивают лидеры оппозиционной и либористской партии. Кстати, о своем желании участвовать в борьбе за пост премьера уже заявил Борис Джонсон, который, так же как и Лиз Трасс, еще совсем недавно был вынужден уйти в отставку. Так что будем следить.